Всем привет! Давайте еще одно видео решил снять, чтобы показать вам, как можно еще создавать модели быстро, качественно и так далее. Правильно, опять же, неправильно. С точки зрения профессиональных действий, манипуляций, может быть, что-то и неправильно будет, но результат вроде будет нормальный. Есть такая программа MakeHammer. Подписчик напомнил мне о ней. Давно я ее не устанавливал, нашел, установил и решил все-таки с ней поработать. Показать уже как, что это за программа. Давайте посмотрим ее. Вот такая программа MakeHammer. Здесь можно создавать модели быстренько. Вот. Есть модели, геометрия, материал, ну, словом, тут все прочитаете. На русский переводите, тоже посмотрите, как. Вот, открываете утилиты, настройки, вот есть здесь. И вот здесь ставите язык японский, итальянский, английский, ставите русский. Потом выключаете программу и уже заново запустив, она будет на русском языке. Так, ну вернемся давайте к модели. Вот есть такой полуженский. Уменьшаем, можно вот так вот делать. Можно уменьшать возраст. Можно ребенка вот так вот сделать. Так, что еще? Можно мышцы уменьшить, прибавить. Давайте сразу буду делать для объяснения, как что. ZBrush можно сделать, поставим пол мужской до конца, возраст поставим средний, давайте поставим ему мышцев побольше, чтобы много не лепить, можно прибавить ему вес, вот так вот, и в принципе тут по пропорциям и так далее, можно отрегулировать пальцы рук, торс. Вот можно, если масштаб горизонтали, сделать вот шире его. Так, что еще можно? Можно вот прибавить глубину. Вертится модель, левая кнопка мыши. Приближается, удаляется колесико от себя, уменьшает, колесико на себя прибавляет. В принципе, стандарт. И вот так вот можно прибавить ему глубину. Вот так. Нам это опять же не надо. Более-менее сохраняем симметрию. Тут же измерения есть. Можно вот лодыжки, шеи прибавлять. Опуск рук. Вот так вот. Длина локтя, обхват кисти и так далее. Можно прибавить обхват кисти. И можно чуть-чуть прибавить длину локтя. Вот так вот руки длиннее становятся. Вот так они уменьшаются. Но это кому какая модель нужна. Поставим посередине. Так, что тут можно еще сделать? Здесь есть материал. Вот мы нажимаем материал. Можно голову менять. Так, японская, китайская тут внешность. Ну, глаза опять же можно тут выбирать, синие, карие и так далее. Теперь что еще можно? Геометрия, это вот одежда. Можно добавить одежду, рубашки. Кстати, чтобы не лепить, вот вам уже готовые модели. Просто одеваете модель, сохраняете ее и экспортируете в ZBrush. Там вы потом разбиваете все по саптулам. Но будет такая у вас беда, что тела не будет. Вот если одеть рубашку и сохранить модель, то останутся вот руки, допустим, вот до сюда. Тела не будет. Также, если одеть штаны и костюм, то будет костюм, рубашка там и голова, и часть вот ступней. Все, в принципе, с этим разобрались. Сохранять. Вот жмем файлы и так сохранить экспорт. Есть много здесь форматов.
МД5, СТЛовский формат, обжевский, ФБХ, тоже посмотрите. И можно сохранять в дециметрах, можно сохранять в сантиметрах. Давайте в сантиметрах, чтобы уже нормально было. Жмем Опш. И тут еще одна фишка есть такая. Вот вы нажимаете на этот значок. У вас высвечивается место сохранения. Кстати, на рабочий стол пробовал, не сохраняется. Только в папку, которая в документах создана этой программой. Пишите, как назвать этот файл. Давайте попроще назовем его просто 5. И сохраним. Вот вы видите, что загрузка не идет. Такой казус есть у программы. Надо что сделать? Вот здесь вот написать. Жмем 5 и жмем вот так вот экспорт. Все, вот загрузка пошла. Модель наша сохранена в сантиметрах в формате Opsh. В принципе, здесь нам больше ничего не надо. Единственное, объясню, что здесь можно работать с лицом, делать его овальным, круглым, удлинять челюсть, угол лицевой можно тоже менять. Ну и в принципе ничего тут сложного. Также здесь есть анимация. Вот вставляете уже скелет и можно экспортировать эту модель в Blender. В Blender уже создавать анимацию. Так, все. Обзор программы закончили. Интерфейс понятен. Все тут несложно. Разберетесь. Углубляться не буду. Все, переходим к нашей модели. Нажимаем импорт. Нажимаем рабочий стол. Так, документы. И вот здесь у вас создастся папка. В документах make ham. Human. Открываете ее, открываете. И обжевский будет находиться вот здесь вот в папке экспорт. А другой формат будет находиться в моделях. Вот наша модель. Открываем. Вот модель. В принципе, четкая, хорошая такая. Качественная. Как ее можно использовать? Давайте добавим дивайдов. Вот у нас получилось 57 тысяч с лишним. Нормально пойдет. И теперь что мы сделаем? Я буду объяснять, как я делал модель Honda. Все делается просто. Нажимаем Ctrl-Shift. Вот так отрезаем Alt-ом голову. И вот так, если нам не нужна модель полностью, вот так отрезаем ей ноги. Вот у нас получилась такая модель. Заготовка, так скажем. И теперь надо все вот это позакрывать. Закрывается это в геометрии. Удаляем DLower, нажимаем Divide, удаляем. И теперь заходим в Modify Topology и жмем Del Hidden и жмем Close Holes. Все, наша модель вот закрыта. Давайте прибавлю поближе. Вот так вот. Все, теперь мы можем сделать Make Polymesh. Я его периодически делаю на всякий случай. Надо, не надо, не знаю. Ну, разберетесь. И теперь можно сохранить эту модель. Допустим, в папку для наших заготовок. Так. Но она у меня уже сохранена, так что давайте я сразу перейду к ней. Так. Так, теперь открываем голову Хонды. Вот такая голова получилась у меня Хонда. Лепил я его с видео, кто смотрел
предыдущие мои видео. И вот такая голова получилась. Лепил я ее, заготовку делал в ZBrush, а уже все вот это вот лепил. Лепил в Sculptris Alpha 6 вот эту модель. Мне там удобней, комфортней. Все, ну, что есть для лепки, в принципе, мне достаточно. Кто работает профессионально, возможно, нужно больше кистей, там еще что-то. И в ZBrush, вы знаете, они очень много их присутствует. Следом я что сделал? Голова готова. Нажимаю Append и экспортирую вот именно наш торс обрезанный. Он меньше размером. И потом переключаюсь на него. И уже работаю с симметрией. Нажимаю Geometry, Size и прибавляю. Также с помощью MOV я его регулирую. Еще можно прибавить. Ну вот, в принципе, извините за кашель. Вот, в принципе, вот такая модель. И я ее здесь стыкую, работаю уже с ней, добавляю массу. Массу добавлял я просто. Включил кисть Clay Builder. И, короче, вот это все просто вот так вот добавлял. Вот так вот. Вот таким образом можно поставить симметрию. И вот так вот уже увеличивал живот. Принцип понятен. Добавлял здесь объемы. У сумоистов все висит. Вот так вот. И немножко поработал у него со спиной. Добавил чуть-чуть жирка ему. И немножко здесь пояс добавил. Вот так вот. Проблема еще крылья, тоже не забывайте, у них очень большой. И вот здесь вот тоже живот, складки, переходы. Ну вот что-то в таком духе у меня получалось. Потом это все можно вот так вот сделать мягче. Вот так вот. И поработать со стыком головы. Переключаемся на голову. Приближаем. Чтобы лучше вот это все проделалось, все соединения, можно сделать merge down. Это находится в саб-тулах и жмете merge down. Жмете ок. Все, вот у нас цельная модель. Добавив дивайдов, вот можно вот так вот уже поработать шеей. Я работал вот с этим Honda, уже обрезанный. Сейчас высветится, и я его вам покажу.
Как это все делается, уже в прошлых видео есть. Нам нужна вот эта вот текстура. Отключается вот это круг Z. Отключаем ZAP, ZAT, RGB включим, переходим на кисть стандарт. И давайте отключим симметрию пока. И вот так вот. Так, стоп, пардон. Так, уменьшим Draw Size. Перейдем на RGB и давайте вот так вот нанесем нашу текстуру. Вот она получилась. Теперь поменяем материал. Давайте, можно поставить вот этот. Ничего так нормальный. И вот здесь вот сделаем на C нажмем. Вот у нас высветился здесь цвет. И вот теперь можно включить симметрию. И полностью нашу модель вот так полностью закрасить. Вот таким образом. Как красить волосы? Вот у нас стоит черный цвет. Жмем Switch Color. Уменьшаем Draw Size. И вот так вот. Так, что у нас тут? Симметрия включена. И вот так вот все это дело мы закрашиваем. Не бойтесь залезть на другие участки. Потом у нас базовый цвет есть. Вы просто им подкорректируете. Так, документы откроем, давайте уменьшим, прибавим цвет, чтобы видно его было. Вот такой получается Honda. Выбрав, нажав на этот цвет, красный цвет, установив модель, как вам нужно, и можно вот это все теперь подкрасить. Если что-то вы сделали не так, не бойтесь, у вас базовый цвет есть. Вы можете подкорректироваться полностью вот так вот. Вот такой получается у нас Honda. Все быстро, просто. Ничего такого сложного. Также можно поменять световой материал. И Honda будет выглядеть иначе. Так. Вот такой может получиться. И можно поработать в лифт уже со светом. Добавить дополнительный цвет. Нажать BPR. И вот он прогонит. И вот такая модель у вас будет. Все, в принципе, что хотел показать. До свидания.